самый разгар сессии начинают происходить чудеса. Все, что было в семестре, учится за одну ночь, а все долги внезапно сдаются. Сегодня мы спросим у студентов Казанского федерального, как проходит их сессия. Просто потрясающе. Нет, уже все пережил. Все отлично. Я истощена морально и физически, и надеюсь, что все это скоро закончится благополучным для меня образом. Очень волнительно. Хоть это и не первая сессия, но все равно волнуешься с каждым экзаменом все больше почему-то. Я морально раздавлена, морально расплющена, потому что я до этого несколько лет училась на заочном, и мне очень непривычно учиться в очном формате, и эта сессия, она для меня, пожалуй, одна из самых тяжелых, несмотря на то, что она более растянута, нежели чем на заочке. Есть же Apple Watch, берешь, ремешок снимаешь, и вот этот маленький, типа, дисплей под руку кладешь и вот так списываешь. Секретный способ. Берешь листок, у меня обязательно двойной, подгинаешь со всех сторон, телефон туда. Самое главное списывание, друг рассказывал, будь уверен, заходи сразу с телефоном в руках, никто не замечает никогда, потому что если прятать, то в самом видном месте. У меня наоборот есть история про то, как я не списала. Я помню, я готовилась к ГОСам и просто... Все такие, вот значит, у меня здесь шпоры, там шпоры, здесь такие пути отхода, там такие пути отхода. А я так переволновалась, когда готовилась к этим ГОСам и к этим шпорам, что я случайно все выучила. И такая, у меня достается билет, и я его легко сдала на отлично. Таких прям отъявленных смешных историй у меня не было, но было дело, я два раза не пришла на экзамены, просто потому что я забыла, ну как так получилось, в общем-то, но все тоже закончится благополучно, я еще пока учусь. Да нет, наверное, прям чтобы что-то такого необычного, мне кажется, не было как-то. Ну, обычно может препод не прийти простаять, такое бывает. У меня есть одногруппник, у него слуховой аппарат. И вот по слуховому аппарату он попросил своего знакомого диктовать ему билеты. В итоге у него слуховой аппарат на весь аудиторию, на всю аудиторию эти билеты говорил, и препод его просто сказал, типа, все нормально, и выгнал его. Сессия, конечно, явление цикличное, с которым студенты сталкиваются регулярно. Главное – найти в себе силы ответить на все вопросы преподавателей. Ксения Моисеева, Александр Кузнецов, Универньюз. Thank you.